Под аккомпанемент рояля посетители выставочного комплекса «Артишок» пристально разглядывают реликвии школьных музеев. А их здесь больше тысячи. И про каждый экспонат готовы часами рассказывать сами учащиеся. Мы рады приветствовать вас на фестивале школьных музеев. Наша экспозиция посвящена временам афганской войны. Молодцы. Очень важно ваше патриотическое настроение сегодня. Для масштабного фестиваля школьных музеев лучшие из собственных архивов выбрали 19 учебных заведений «Химок». В числе гостей выставки в первый день ее работы депутаты Надежда Смирнова, Юлия Мамай и Инна Монастырская. Для меня очень интересны были музыкальные инструменты, которые представлены, потому что музыка была крепким элементом, который сохранял боевой дух наших солдат и сейчас сохраняет. Я знаю, что очень много музыкантов и деятелей культуры сейчас приезжают в зону специальной военной операции. Многим экспонатам больше 100 лет. Это оружие или его фрагменты времен Великой Отечественной войны. Обычные гимнастерки и парадная форма, награды, предметы быта того времени, выцветшие, но все еще читаемые треуголки с фронта. Дал старт работе фестиваля школьных музеев глава «Химок» Дмитрий Волошин. Это память. Память – это то, что у нас, как говорится, никто не может забрать. И эту память нужно беречь и к ней уважительно относиться. Рядом страница истории, которая куется уже на наших глазах. Например, боевые трофеи со специальной военной операции. Наша техника и оружие, личные вещи и награды погибших бойцов, которые в школьные музеи передали родственники героев. Я всегда говорю, без истории нет будущего. Историю должен знать каждый химчанин про свой округ, про свой город, про тех героев, которые ковали победу во время Великой Отечественной войны, и про тех героев, которые сегодня участвуют в СВО. Масштабная историческая выставка объединяет разные поколения химчан, практически всех, от мала до велика, и еще раз напоминает о том, что успех страны в единстве поколений. По словам организаторов, обширная экспозиция не просто знакомит с экспонатами, а учит анализировать исторический контекст. Наша страна самая большая по площади. Именно это достояние, которое нам досталось, сейчас защищают наши ребята в зоне специальной военной операции. И кроме того, чтобы защитить и сохранить, важно передать эту память, важно передать это будущим поколениям. Фестиваль школьных музеев будет работать на протяжении месяца. Ознакомиться с экспонатами можно до 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок». Олег Тюрин, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.